Блин, короче. Всем привет, дорогие друзья! С вами Илья, вы на канале Зверьё. И это видео на 700 тысяч подписчиков на канале. Я сегодня буду открывать, как всегда, баночку Зверьё, которая идет под брендом Coca-Cola. Поехали. Обожаю круглые даты, потому что для меня круглые даты это, наверное, каждая сотня подписчиков, ну, сотня тысяч подписчиков на канале. У меня они растут не так быстро, я не считаю по миллионам, там, по 500 тысяч, я считаю по 100 тысяч. Вот у меня сейчас 700, и это для меня круто. Каждый раз, как я делаю видео, когда-то я снимал 40 тысяч подписчиков, круто, 80 тысяч подписчиков, круто, 100, 200, 300, 400... Полляма было, 600 и теперь 700 тысяч. Спасибо, что следите за мной. И я знаю, что есть старые подписчики, хотел сказать, старые люди. Вы растете вместе со мной. Ну да, я развиваюсь, где-то не развиваюсь, но мы идем с вами вместе. Вы следите за мной и смотрите мои видео. По прогнозам интернета, что нам предлагают сайты, 1 миллион подписчиков у меня будет к концу этого года. Ну, я на это надеюсь. Вообще, я не гонюсь за этим, что я хочу скорее миллион подписчиков. Подписчиков у меня и так много. Я выкладываю влог, вот там смотрят 100 тысяч человек. Представьте, что такое 100 тысяч человек? Это население какого-то города. Ну и многие знают, что на такие круглые даты я открываю фирменную баночку Coca-Cola, которая здесь написано «Зверьё». Видите? Фирменная банка. Просто компания Coca-Cola когда-то рассылала. У меня вот осталась такая одна баночка. Надеюсь, что Coca-Cola еще пришлет такие баночек. Надеюсь на вас. И знаете, что хорошо? Она практически просрочилась. Но практически она не просрочилась. Сегодня 1 апреля. А она у меня до 12 апреля. Вот так, наверное, будет очень плохо видно. Хотя нет, вот, можете рассмотреть. До 12 апреля 2016 года. Поэтому я успел ее на круглую дату. Я только, кстати, сейчас это проверил. Не надо было дольше ждать, все правильно. Надеюсь, она не взорвется, не обрызгает тут все, а то у меня остался один мой единственный монитор. Вы мне говорили, что «Илюха, у тебя слишком много мониторов», и я решил к вам прислушаться и все снес нахрен. Вот. Ну что, давайте откроем ее. Ну-ка, сейчас прям в микрофон, чтобы все услышали. Слушаем этот магический звук открытия банки. Как в рекламе прям получилось, мне кажется. Карамелька. Боже мой, какая она газированная. Это самая газированная кола за последнее время, которую я пил. О, пусть постоит, так невозможно пить. Так не выпить ее, даже 0,33, мне кажется, не выпить, когда она слишком газированная. О, кстати, а 2 литра колы я как-то выпил. Угу. С 1 апреля, но это было... Я не помню, год назад, да? Короче, ссылку на это видео 2 литра колы, как я пил за одну минуту, оставлю в описании, посмотрите. Прикольная тема. Ну, ладно, и если кто не знает, суп из колы. Когда-то у меня тоже было. 2 года прошло, наверное. Или что-то такое. Тоже оставлю в описании, тоже посмотрите. Вот. А вам хочу сказать спасибо большое. Реально, вот те, кто прям залипает на мой канал, спасибо, что смотрите. Для меня это приятно. Понятное дело, там доход, он, да, с YouTube идет. Но дело даже не в этом. Ведь я начинал это как хобби. Да, это превратилось в некую работу. Но до сих пор, если даже уберут вообще нахрен всю монетизацию, то я буду все равно снимать влоги. Потому что это идет отсюда. От сердца, блин. Что это такое? Почему с правой стороны? От правой груди идет. Короче, идет от сердца. И видос я буду снимать, мне кажется, всю жизнь. Вот интересно представить, когда мне будет 50 лет, как я буду снимать влоги? Я буду таким же безбашенным, веселым
И буду все так же называть их в ложке. Не знаю, ребят, посмотрим, это жизнь. Кто вообще мог представить 10 лет назад, что кто-то станет, к примеру, видеоблогером? Ну, я сейчас, ладно, вот скажу про всех видеоблогеров, если кто-то меня тоже смотрит. Когда закончили школу, вы могли себе представить такую тему, что мы с вами станем видеоблогерами? Что это вообще такое? И как-то так пошло-поехало. И вот когда в 2009 году завел канал, ну там с 2010 начал снимать, а более-менее так профессионально, ну типа задумывался, когда там появилась монетизация, как все это там вот так вот слепить, превратить. Сегодня 16-й год, ну может где-то в 13-м году что-то вот, может быть так. Кто мог представить, что такое будет? И неизвестно, что будет дальше. Ну, поживем, увидим, что все мы с вами люди, все меняется. Нужно всегда приспосабливаться. Но главное, мне кажется, в этом деле все-таки оставаться таким же позитивным, скорее всего, и нести позитив и добро в этот мир. Вот. Чего я делаю на своем канале? Потому что люди, когда меня смотрят, они знают, что это добрые выпуски. Да, может, я где-то что-то не так говорю, ошибаюсь. Чуваки, я человек такой же, как и вы. Я такой же дурень в чем-то профессионал. Например, считаю, что делать видео у меня получается лучше всего в жизни. Наверное, так. Вот. Чего я преуспел в жизни? Неплохо делаю видео, неплохо делаю картинки, названия к ним. Вот, что добился. Сколько там миллионов просмотров на YouTube, я же не помню. Я суп из колы сделал, который 7,5 миллионов просмотров. Достижение в жизни. Да ладно, посмотрим, к чему все это дело приведет. Но хочу сказать вам еще раз спасибо большое. Кому еще говорить-то? Вы подписаны на канал. Подписаны и не отписывайтесь. Хотя многие постоянно отписываются и подписываются. Ну, окей. Я, кстати, так вообще никогда не делаю ни с кем. Я оформил где-то, по-моему, 400 подписок у меня. Ну, так, в среднем. Но если мне не нравится этот выпуск, я просто его не смотрю у кого-то, и все. А знаю люди, которые заходят, мне чуть не нравится, отписываются демонстративно. Ну, демонстративно не значит, что они пишут в комментариях отписка, все. Ну, просто отписываются, потом опять подписываются. Лишнее телодвижение. Ну, как пролистал ленту, оп, не понравилось, все, дальше пошел. Вот я так делаю. Вкусно. Ну, хотя, не знаю, просроченная кола, она вообще на вкус влияет или что? Здесь, конечно, да, кока-кола тоже с 1 апреля, когда, видимо, меня поздравила. Это вообще было не на 1 апреля, если что. Я был очень раздосадован, что это, мать его, наклейка. Это наклейка. Если вы думаете, что компания кока-кола сделала специально банку всем, ни хрена, это просто наклеечка. Знаете, как был просто огорчен? Я думал, реально там всем блогерам сделали прям банки. Хрен из два. Просто наклейка в тон бутылки. На проплаченный Samsung. Как вы говорите. Кстати, прикольный наклейка. Как это? YouTube какой-то получается. Ну, у меня сегодня такое разговорное видео, так что вы со мной не отключайтесь. А здесь зверьё. Ты просто космос. Сейчас они еще продолжают такую тему с именами или нет? Что-то я не видел в последнее время. Как вам Дюк Нюкен? Нормально? Я, кстати, понял такую вещь, что даже мне интереснее смотреть, когда на заднем фоне что-то меняется, и получается, ты можешь смотреть не только на своего, блин, она слишком газирована, любимого блогера, но и как-то еще отвлекающий маневр, это, пожалуйста, может, кто-то туда залипает. Многие, кстати, пишут, что работает, типа, кто пялился на игру все время, пока смотрел ролик? Я. По-моему, реально работает. Так вот, скоро будет 800 тысяч, 900 тысяч, а уж миллион подписчиков, мне кажется, это просто юбилей. Это такой юбилей юбилеев, что другие юбилеи прям не юбилеи. Потому что будет миллион, после этого, ну, уже как-то 2, 3, 4, там, 10, да, круто. Кстати, за миллион дают вот эту большую кнопку, ютубовскую. Типа она золотая считается. У меня две серебряных,
Не знаю, может, в этом году будет третья. Может быть, YouTube просто каждый год выдает по серебряной кнопке за 100 тысяч подписчиков. Я не знаю, зачем вообще вторую выдали на втором этом Video People. В этом году тоже будет Video People в Москве. Вот там приглашают только, по-моему, авторов каналов. Но все равно народ там дохренища. Что прикольно, можно со всеми пообщаться, со всеми сфоткаться. Ну, вот, внутри YouTube с кем так не встречаешься, а там можно сразу: «О, я тебя смотрю, я тебя тоже смотрю», там, братюни, фотки в Инстаграм, и все, полетели. В этом году тоже туда пойдем, конечно, вот. Ну ладно, жду от вас, да даже не поздравления, что там поздравления. Поставьте оценку этому видео, покажите, что вы со мной. А комментарии, что комментарии? Ну, тоже что-нибудь напишите, что, типа: «Илюх, буду с тобой всегда. И не отпишусь». Ну, а если вы готовы обзываться в комментариях, вы знаете, я на такие комментарии никому никогда еще за всю историю не ответил. Просто черный список. Все. А мне это больше устраивает, потому что человек больше не беспокоит. Потому что, да, можно писать, что... Да, я не буду сейчас матом ругаться, потому что, как бы, это, пацаны, не в моем канале. Короче, пишут просто там: «Идор, в бан. Очкастый идор, в бан». Чего я только про себя не знаю. И усики в пропуск, в трусики. Ну, это вообще прикол, не знаю, откуда появился. Я сам разберусь, что мне делать с моими усами, а не буду слушать, не знаю, кого-то, кому не нравится. Вы что, так в метро тоже ходите? Типа: «Чувак, побрейся, у тебя слишком большая борода. Там, сбри усы, отрасти усы». Кто-то пишет: «Мне нравится твоя прическа, постригись». И, короче, вот так вот все. Ну, это YouTube, это круто, это взаимодействие с толпой. Потому что всем не нравишься, а вот как-то вот это все вот варится, варится, варится. И в этом нужно уметь вариться. Да, нужно уметь вариться. Мы варимся. Ладно, все, ребят, что-то я устал уже, наболтал, сколько там, 14 минут получилось. Спасибо большое, что со мной. Пошел дальше хлебать уже обычную колу под конец ролика. Надеюсь, потом не принесет. Что там еще 11 дней до конца срока. Стоял, в принципе, в тепле. Да ладно, посмотрим. Все, давайте. Пока-пока, до новых роликов.